здесь вот видны этапы, вы можете посмотреть сейчас, как мы ее, как мы ее будем делать, да. Вот, но по опыту предыдущих мастер-классов скажу, что мало кто сюда смотрит, все равно я все показываю, рассказываю. Куколка сделана, показана мне на одном из семинаров Ольги Михайловны Алонсовой, это мастер из Великого Новгорода. И куколка новгородская, собственно, сделана на основе новгородской куклы, без шитья абсолютно, только кручение, нитки, нитка и ткань. Да, больше здесь ничего особенного нет. Ну, как бы дань уже современности, у куколок вот здесь вот слегка вышито лицо. Кукла игровая. Оживить его немного. Да. Ну, уже в наших современных понятиях. Дело в том, что дети... В 19-м, во второй половине 19-го и начале 20 века они не нуждались вот в такой детализации. То есть воображение ребенка позволяло в своем мире сделать куклу живой, даже вот, ну, щепку обыкновенную. Вот, допустим, в татарской традиции иногда и в башкирской традиции брали щепочку и просто ее обматывали цветными нитками. Вот, ряд такой нитки, ряд другой, ряд третий. И вот такая цветная палочка была куклой, там у нее ни глаз, ничего нет, но дети в нее играли и представляли, что вот этот мужчина, эта женщина, там все уже шло от сочетания цветов. Вот, поэтому не нужны были глаза, иной раз руки, ноги даже были не нужны, играли. Вот, но сегодня у нас вот такой вот кукла-младенец, в дочке-матери девочки играют всегда, то есть делают большую куклу и делают потом вот такого младенчика. У нас сегодня, мало того, мы сделаем куклу, мы еще вспомним уроки пеленания. Кто не умеет научиться, кто умеет вспомнить, как пеленали своих детей. Пожалуйста, берем наборчики, которые я сделала. Видите? Вот тут, значит, все, что нужно для пеленания, а вот для, собственно, малышка нам нужен вот такой лоскут. Если вы будете дома, там он у вас в наборе есть, вот такой вот прямоугольничек ткани. То есть, если вы его сложите пополам, приблизительно это ладонь. Я к чему это рассказываю? К тому, что если вы будете вдруг это делать дома, и зададитесь вопросом, какого размера должен быть начальный лоскут. Вот он должен быть вот такого размера. Вот эта ткань, да? Да. Это, вот она самая мягкая. Значит, ткани в ваших наборах не все новые. И это сделано специально. Особенно вот эта ткань, которая идет на малышка. Она 1000 раз стиранная, перестиранная, глаженная, переглаженная. Для народной куклы это самая ценная ткань, поскольку она очень пластичная, она не коробится, она легко приобретает любую форму. Вот. И в народной кукле ей нет цены, поэтому вот такие вот старенькие веточки я никогда не выбрасываю, я их простирываю, прокипячиваю и пускаю в дело. И из ленточек скручиваете, ну, в общем, результат должен быть шарик. Понятно. Держите, это вам. Вот из двух, да, я скручиваю? Нет, вот у вас, скорее всего, уйдет вот вся эта тряпочка. То есть вот такой должен шарик получиться. Вот такого приблизительно размера. Это где-то в диаметре 1,5-2 сантиметра он должен получиться. Понятно. Из бинтика я уже сама по-разному, потому что готовлюсь к мастер-классам. Поэтому меня простите, да. Когда нет ни бинтика, ни ватинчика, что берем? Бумажные салфетки и нитки. Вот. То есть в народной кукле можно всегда найти выход из положения, если вдруг чего-то не хватит для головки. Ну, хватит. Вот вы знаете, вот так вот, только вот последний слой, вот так прям ровненько, чтобы морщиночек было поменьше. Один еще слойчик сделайте. Бинт можно не рвать, можно просто скручивать, он же такой эластичный. Ну, порвали, порвали. Мне самой очень нравится вот этот треск ткани, когда ткань не режешь ножницами, а рвешь. Шарик. Значит, если вы катаете шарик, я вам сразу рассказываю про простые народные приемы, которые иногда я рассказываю молодежи, они так на меня смотрят. Вот можно это в рот взять и пожевать, да, уплотнить, можно поплевать. Вы же это делаете для себя, не в магазин на продажу, поэтому
все свое родное, что у вас есть. Да оно... не важно, куда. Возьмем и поплюем. Ну, в магазин как бы. Что же вы будете? Мы же не будем всем рассказывать, как мы их делаем. Вы помните в народных сказках? Мы просто так сильно старались. В народных сказках плевок иногда имеет волшебную силу. Да что? Вспомните народные сказки. Сплюнул через плечо, да? Или там, когда нянюшка помогала Василисе, Василиса с женихом бежала, а нянюшка там поплевала на порог, и слюнки разговаривали с врагами. Вот. Это же все не просто так. Аккуратнее. Не спешите. Аккуратнее. Поэтому вот не надо так скатывать. Надо вот постепенно, постепенно вот правильно наматывать. У вас уже такая хорошая голова получается. Это что? Да, уже прям вот такой размер. Давайте я вот ее чуть-чуть ее вам уплотню, и она войдет уже в тот размер, который нужен. Вот, видите? Прям старайтесь плотненько, чтобы туго-туго-туго, чтобы куколка не... Вот, все хорошее. Спасибо. Последний ряд должен быть таким вот гладким, чтобы меньше было выступов и заломов на голове, чтобы при обтягивании ткани все было ровненько и хорошо. Ну, вот так вот лучше не будет. Все, прекрасно, молодцы. Вообще, почему мы добиваемся вот этой тугости в народной кукле всегда? Кукла же делается без шитья, и если ее не сделать тугой, сделать рыхлой, она просто в процессе эксплуатации, в процессе игры, она распадется просто, разлетится на ниточки и лоскутки. В центр кладу клубочек. Со всех сторон, вот он, ткань, да? Стараемся так. Вот из этого нам потом делать ручки. Поэтому при завязывании головы вы все-таки следите, чтобы он у вас как-то вот немножко наружу был. Вот чтобы получилось красиво, делаем вот так. Вот смотрите, я держу и так вот двумя пальцами вот так раз и прижала. У меня получается вот здесь заломчик и тут заломчик. Ну, по бокам. Он имитирует, ну как бы похоже, как мы платок завязываем по бокам. И с этой стороны тоже так же. Вот держу пальцами, вот так вот раз и прижала. То есть не просто собрала вокруг. Вот. Дальше. Смотрим дальше. Я беру нитку. Сразу рассказываю, как сделать так, чтобы вам было удобно работать. Дело в том, что нитку мы обрывать не будем. Вся кукла смотанная одной ниткой, без отрыва. Пальчиком зажимаем, обматываем туго. Ну, если нитка сама порвалась, ладно. Если не порвалась, то специально ее не рвем. И дальше. Вот у вас здесь этапы есть, да? Вот, дальше, смотрите, после шеи. Прям несколько, 4 витка достаточно. Вот у нас выровнялся вот так вот, да? По центру шарик, и вот они бока. Вот так вот крылышко делаем. Раз. Ну как, из подмышки к шее. Понятно. Сделали крест, вот так вот через плечо, через подмышечку. И то же самое с другой стороны. Оп, через плечо, через подмышечку. И у нас получился человечек. Ангелок. У нас получился ангел. Вот сделайте вот так, и дальше будем продолжать. Что-то у меня как бы крылышки маленькие. Нет, нормально. Все нормально. И... По диагонали мотаем. Вот, да, через плечо. То есть в результате на груди вот и на спине образуется такой из ниток крестик. Вот так. Теперь берем вот одну ручку. Мы ее вот так вот жгутиком, да, вот. Ткани мы показываем. Ткань. Дальше ты будешь ложиться жгутиком. Вот так вот сворачиваем. Она у вас, конечно, сейчас распадется. Вот, и тут же мы начинаем ее закреплять ниткой. Вот, до конца домотали ручки. И назад. Вот, смотрите. Да хватит. Да? Вот. И назад. И дальше перемотали тут через талию, либо через шею, и перешли ко второй ручке. Да. Вот здесь много подобрано, а вы начинаете мало брать, и у вас немножко получается другой объем, и вам кажется, ой, неправильно. Кончится потом на талии. На талии ставить. На талии ее ставьте, да. Что я вам хочу сказать вот вообще вот про этот вот именно этот метод изготовления куклы. Он очень экономичный в том плане, что для него ну ничего, вот кусок тряпочки и нитки, больше ничего не надо.
Из этой же тряпочки можно как бы и голову сделать, и наполнение туловища, то есть не какие-то дополнительные ватки, синтепончики, бинтики, ничего не искать. Просто взять нормальный кусочек ткани, чуть больше вашей ладони, вот как я показала, вначале мы смотрели. И уже из остаточков там ленточек нарвать и сделать все что угодно. Когда у вас тревожное состояние души, ну бывает, да, вот охватывает вас какое-то волнение по какой-то причине, крутите куклу. Это так успокаивает. Это... И мы все ей отдадим. Ну, или отдадите, или у вас какие-то мысли в этом процессе родятся, и которые все, вам помогут дальше жить. Да. Бывает же, вот думаешь, бьешься над каким-то вопросом, там вот тяжело, никак не можешь ответ найти. Займите руки куклой. И все у вас. И вот самое интересное, если с внучкой или правнучкой крутить вот такую куколку, я уверяю, с ней играть будет намного интереснее, чем с покупной. Дети, да, вообще дети любят с удовольствием вот такие вещи. Но сразу скажу, дети с удовольствием играют, но и быстро это дело забрасывают. Обижаться не надо, потому что это действительно кукла сиюминутная такая. Поиграла. У меня вот внучка была, я не помню, сколько ей уже было лет, но еще она играла там в куколке. И я ей хотела в магазине там купить куклу. А ее так родители воспитали, что она... Катя, давай тебе вот это купим. Нет, мне не надо, давай вот это. Нет, мне не надо. Ничего не хотела это. И как раз вот завоз был такой. Привезли куклы, и вот как самодельные, но такие прям интересные. И я взяла эту куколку, спросила там у девчат домой, и сшила ей. Ну и все, и она так с ней играла очень-очень долго. Так им и смотреть интересно будет. У меня маленькая внучка даже как вышиваю смотрит. Конечно. А уж когда куколку крутить вместе, да, с вами будет. Дети, они все интересно. Это впитывают, конечно. Ну и то, что вот сам интересно делал, прям такая дорогая была кукла. Они для себя вот даже. Они, как правило, вот этих кукол, которые вот сами делают, им их заигрывают вот. Ну и как бы она, да, ее взяла, что я же не такого покупаю. Такого состояния, я... что их страшно в руках держать. Они грязные, истрепанные. Новые сделали. Но самые любимые, да. И так интересно одевать ее было. Все, шить на нее прям. Ну какой смысл ее стирать? Вот, легче новую сделать. Вообще, да, это вот относится к разряду крестьянских кукол. А там вообще очень короткая. Вот день поиграли, она вся в грязи, там, где ребенок там с ней в пыли во дворе там или на соломе где-то играл. Куколка вся испачкалась, и если ее не выбросили, просто не забыли где-нибудь там в пыли на дороге, то мама ее вечером в печку, в очаг, а утром свежую делает. Как это с современной точки зрения, да, нечего антисанитарии разводить. Вот у кукол, еще раз, у домашних кукол, у крестьянских, вот у таких, жизнь была очень короткая. Например, маленькому ребенку мама могла превратить в куклу деревянную ложку. Ели деревянными ложками. Вот. Прям буквально вот какие-то две тряпочки, причем те, которые в ходу, стол вот не хуже вытираем, да, еще не успели сильно испачкать. Или какая-то такая вспомогательная тряпочка, которой горшок прихватывает, чтобы не обжечься. Вот. И вот ложку этой обматывали тряпочкой. И вот тебе кукла. Ребенок поиграл, отвлекся. Тряпку назад, ложку назад. Все, разобрали, куклы нет. Вот. Вообще есть тоже несколько приемов. Вообще вот это я все проверяла, конечно, на собственном опыте. Все эти россказни, так сказать, про народную куклу. И если, допустим, вы пойдете сейчас в интернет и посмотрите куклу на ложке, там вам такое покажут. Все в кружевах, все в этих бусах, все в тесьме. Это все неправда. Это уже сувенирные идеи, осовремененные старых кукол. То есть, если это интересно, то я могу показать, какая она была на самом деле. Мои знания все идут от мастеров, которые ездили в этнографические экспедиции, которые изучением куклы занимались, и такой на серьезной основе, и потом это передавали, уже я ездила на практические семинары, получала знания от мастеров, которые занимались изучением сами непосредственно, то есть без вранья. Вот
Вот, возьмите бинтик. То есть бинтик вот просто вот скомкали, тут не надо никаких этих самых. Посмотрите размер животика, если вам кажется велик, убавьте. Если нормально, оставляйте так. И дальше мы берем, вот так вот раздвигаем нашу тканечку. Кладем в серединку животик. Вот, кладем. И дальше держим вот это все... Плотненько пододвигаем туда вот к талии, да, чтобы это не бултыхалось наше нутро у куклы. И дальше. Посмотрите на меня, пожалуйста. Вот у нас свисающие концы. Это наши будущие ноги. Мы их не разделяем так вот между собой. Мы прям берем вот тут вот центр. Вот центр. Подтаскиваем его. Как по аналогии, как вы руки делали. Вот, подтаскиваем. И нитками вот тут перетягиваем, вот здесь у основания. Выглядит это как трусики. Вот, посмотрите, вот так выглядит. И дальше от этого, от намеченных линий, начинаем мотать ножки. По аналогии с руками. До конца домотали, вернулись к основанию, домотали вторую ножку. Мы же делаем не сувенирную куклу, а для себя. Ну, где-то там чего-то торчит. Ничего страшного. Запеленаем, и будет, и будет ничего не видно, да. Самое главное, сейчас лицо изобразить. Ну, вот. То есть, еще раз, да, кукла может быть большего размера. Как только она станет большего размера, ее уже можно нарядить, как взрослого человека. Штанишки, сарафан. Вот, приходите ко мне на занятия, я вам покажу, как сделать одежду без шитья. Покажите, девочки, у кого какие куколки получились. Вот они какие. Сейчас мы их будем пеленать. Цветное у нас это одеяло. Дальше на одеяле у нас есть кусочек, да? Кусочек кружевного полотна, уголок. У кого побольше, у кого поменьше, у кого какой. Дальше вот такое, большая пеленочка. А, дальше у вас есть, я на вашей покажу, у меня нету. У вас есть цветная косыночка, это на голову. И вот такая беленькая косыночка, это подгузник. Это подгузник. Из чего сделать подгузник? Вот. Вот у тебя подгузник. Косыночка. Сейчас это подгузники называют памперсы, да? У нас сейчас с вами старое пеленание, когда подгузники шили из марли, когда их стирали, кипятили, потом утюгом гладили. И они многоразовые. У меня очень долго они были в ходу, еще даже после того, как у меня уже дети выросли. На кухне незаменимая вещь. Вот. Значит, что? Вот, посмотрите, человек уже знает, как пеленать, как поступают с подгузником. Ну-ка, мастер-класс нам. Оп, раз, два. Да. Так. Три. И кончик там вот на спинке надо умудриться, да. Ну, это кукла. Получится, значит, заправить. Получится. Не получится, значит, просто оставить так, как есть. Можно ниткой закрепить. Все. Одеваем платочек. Значит, при одевании платка чепчики не любили, потому что ушки открываются у ребенка. Повязывали платочек как бабушку, то есть вот с подгибом, чтобы плотно закрывало ушки. Сквозняки нам нипочем. И назад кончиками на шее вот так вот, да. Вот. Это мы кукле завяжем. Младенцам, конечно, не завязывали их. Как-то там вот запеленывали, чтобы под эту, под пеленку платочек. Курс молодых бабушек у нас сегодня. Да, вот так складочки, да, да. Да, и молодых бабушек. Да, да, да. Вот дальше берем большую пеленочку. Да. Ну, немножечко подгибаем верхнюю часть, потому, ну, чтобы выглядело аккуратно, чтобы вот эти вот махры не торчали. И делаем. Значит, есть два способа пеленания. Есть пеленание тугое, когда ножки, как у солдатика, и плотно-плотно. Тугое пеленание, когда ножки не шевелятся, свободное, когда низ. Вот вы делаете свободное пеленание, ножкам есть где там, разгуляться. Разгуляться, да. Вот я еще у вас поучусь, точно. Вот этот краешек подогните. Вот тут. Угу.
Было такое поверье, чем ты уже запеленаешь, да, ровнее ножки. Чтобы ножки были ровнее. А на самом деле это было как бы сохранение. Это была, с одной стороны, техника безопасности, чтобы он из люльки не выпал. Вот. Поскольку он не может двигаться, он лежит в люльке спокойно. А здесь можно завязать? И, да, теперь завязываем. И ручки. Ручками не шевелит, себя не будет, так сказать. Потому что достает же все время. Ну, знаете, дети, всю, да, вот, как не пеленай, вот кулак будет вот тут, вот, вот, под подбородком. Начнет себя царапать. Это мы этой как бы должны запеленать так потом. Ну, или как-то. Как вот вы на прогулку в одеяле детей носили, ленточкой же перевязывали, чтобы одеяло не разворачивалось. То есть вот у вас сейчас ленточка как раз для этих целей. Как нет? Вот. И дальше пеленаем. Самая опытная у нас бабушка. Первая справилась. Сколько у вас внуков? Четверо. Сразу заметно. Вот, прям, да. Возника хорошая. Лежит ручки. Какая красота. Вот так вот. Можно теперь взять иголку, нитки и вышить ему личико. Все, что хочется. Да. Вот карандаш есть у меня, чтобы щечки нарисовать. И нитки, вот тут иголочки. Вот, глазки голубенькие, волосики желтенькие, ручки розненькие. А, вы их нарисовали, что ли? Бровки. Бровки, смотрите. Значит, узлы не ставим. Вот смотрите. Можно? Смотрите. Принцип вышивания кукольного лица. Не ставим никакие узлы. Нет, иголку заводим откуда-нибудь с места, издалека. Вот, откуда-нибудь издалека, понятно, потому что узла у нас не будет. И вот вы тут до кончика дошли, угу, он вот он зашел вот туда и наметили. Угу. И потом, когда выводите, тоже вывели куда-нибудь на затылок и там отрезали. Вышивка вообще. Вот когда вышивка получается асимметричной, вот у этой куклы, да, нету такого вот жесткого там вот. Прости. Да, глазик один выше, другой ниже. Но вот в этом живость в кукле. Кукла получается живой, да. Все ровно. Ой, мне очень нравится. Просто замечательно. Вы молодец. Давайте мы сейчас все покажем Инессе, что у нас в результате. Плачет. Плачет. Вот расстроенный малыш. Вот так хочется его утешить. Наша Таня громко плачет. Куклы получились у всех разные. Наша Таня. У всех громко плачет, а головка. Когда у куклы нет лица, у нее меняется настроение в зависимости от настроения хозяйки, того, кто на нее смотрит, да. Вот, и по-разному воспринимается. Вообще у куклы удивительная вещь в том плане, что у них меняется настроение в зависимости от обстановки, куда они попадают. У меня был случай, когда я здесь у нас в галерее приобрела куклу. Вот она мне очень понравилась именно выражением лица и именно вот настроением, которое она передавала. Я ее купила, принесла домой, поставила, нет. Да. Вот настроение у куклы изменилось. Я уже ей искала ракурс, как ее поставить, вот чтобы было то же самое. У меня не получилось. То ли высота полочки другая, то ли непонятно что, но кукла стоит, она мне нравится по-прежнему, но настроение у куклы совершенно другое. Все. Точно так же вот с безликими куклами. Они вот от разных, от обстановки они меняются. И от отношений человека с куклой. Куклы я занимаюсь. Вот самых первых кукол своих я сделала в 2011 году. Вот. Вот где-то у меня вообще процесс получился довольно длительный, потому что сейчас вот слежу за довольно успешными мастерами в интернете, в Инстаграме, ВКонтакте. У многих получается вот какой-то короткий период, там год-два, и смотришь, она уже прям такие хорошие вещи делает, интересные. У меня получилось, что я изучала традиционную куклу около 5 лет. В общем, где-то 4,5 года, а то и 5 лет. Вот это, я брала вот эти основы. Ездила на семинары к мастерам, покупала книги. У нас есть знаменитая Галина Львовна Дайн, которая сама занимается изучением игрушки с советских времен, с 70-х годов. И она сейчас издает небольшими тиражами свои книги
вот эти вот ее наработки за много-много лет, ее исследования. Это просто кладезь в изучении народной куклы в том числе. Вот. Ну и когда уже я накопила определенную базу, я стала заниматься уже авторской куклой, но мои авторские, мои работы, они все корнями оттуда, из колхоза, из деревни. И за основу я беру традиционные конструкции, самые-самые простые. А уже одеть куклу, сделать ей лицо, это уже мое как бы усмотрение. Творчество. Вот, творчество, да. Поэтому кукла называется авторская. И девочки, кто хочет, кто хочет изучать, пройти мой путь, никуда не выезжая за пределы Оренбурга, то я приглашаю, да, на свои мастер-классы. То есть мы можем народную куклу, этнографическую куклу увидеть такой, какой я увидел ее я, то есть повторить этих кукол. Если вам понравится, то вы можете точно так же потом на основе полученных знаний развиваться и делать кукол своих. Зона конструкции называется кукла столбушка, потому что она делается на столбике. У нее нет ножек, да. Вот она делается на столбике. Столбики бывают разные. Они бывают скручены из какого-то старого куска одеяла, например, да. Или уже можно купить ватина кусок современный, то есть если вы не хотите старья делать. Или это может быть чурочка деревянная, то есть основа у куклы в любом случае столбик. Да, в любом случае столбик. И вот у меня было настроение сделать кукол в таких вот казачьих нарядах. Там вот еще стоят красивые такие, уже в сарафанах. А это в домашнем, да, вот у них рубаха и юбка. Вот одна там в лес пошла, одна вот тут вот со скалкой такая. Вот. Это уже вот аксессуары. Пускаются в ход, придают определенное наполнение образу. А та кукла была девушка, и у нее в руках была ромашка, она лепесточки отрывает, гадает. Она такая вся так задумчивая, загадочная. Приношу вот этих кукол сюда, и эту девочку с ромашкой. И приходит Марина Феофилова, приносит бабок-ежик, и у нее баба-яга с ромашкой гадает. Я говорю: Марина, это моя кукла. Ну вот, она потом сделала еще одну на выбор, ну, чтобы я могла это, может быть, ту заберу, ей больше понравится. Нет, все равно я взяла ту первую, которую. И вот они сейчас в музее там стоят, да. Друг напротив друга, да, гадают. Старая, молодая и старая. Если в этом году День города будет она торговать, думаю, я куплю тоже. Все-таки прям вот хочу. То есть вот таких кукол тоже можно делать, вот столбушек. Они не будут похожи на моих. Я покажу принципы, как ее делать, как ей сделать грудь, как ей стать, придать, как ее одеть. Одеть можно тоже по-разному. Можно в сарафанчик. Здесь вот в этой кукле то есть элементы шитья, потому что вы видите, что она вышитая, у нее слегка вышита одежда. У нее вот низ оформлен с иголкой, с ниткой, да, чтобы было аккуратно. А в основном какая-то доля одежды не шитая, опять-таки, не шитая. То есть здесь вот уже такая идет смешанная техника. Она ждет мужа. Приди, пьяный. Приди, да. Ты только приди. Посмотрите, вот кукла, да? Это тоже традиционная кукла. Столбушка? Нет, в отличие от той, хоть она так вот внешне похожа, это кукла-мешочек. У нее основа мешок. У этой куклы еще особенность. Это не традиционная особенность, но современные мастерицы это делают. Она набита вишневыми косточками. Вот на зиму делаете вишню в собственном соку или варенье из вишни без косточек. Косточки не выбрасывайте. Их промывают водой, чтобы они были чистые, чтобы на них не осталось мякоть вишни. И косточками можно набивать куклы, можно набивать подушечки. И даже вот я уже знаю, что подушечки, набитые косточками, их разогревают на сухой сковороде или в духовке, применяют как сухое тепло, если это необходимо, там что-то на вашем теле прогреть. Подушечки делают такие плоские, не такие вот, как на которых мы спим, а плоские подушки. Вот эта кукла тоже сделала вот такую... Ну, мне так захотелось. Вот есть у деревенских женщин привычка прятать руки под фартук.
руки вроде как погреть, или там, допустим, прийти, увидела человека, у тебя руки изработаны, там красные от холодной воды, там от работы, ты ее так раз их под фартук спрятала. И зимой, делая затируху и делая пост о затирухе в Инстаграм и ВКонтакте, я наткнулась на такую историю. Кто придумал затируху? Затируху, знаете, да, вот кусочки теста, когда муку перетирают, и это, из этого варят суп. Вот у одной барыни была повариха, а барыня была скупая, за работу не платила. Все это вот у нее было строго, все на учете. А у поварихи дети, ей надо чем-то их как-то кормить. И что она, эта женщина, придумала? Она после замеса теста не мыла руки. Она кусочки теста у нее оставались на руках. Она их вот так вот прятала под фартук. И дома она вот это тесто с рук стирала. Закатывались кусочки муки, и вот из этого она варила детям затируху. И вот эта куколка у меня приобрела название затируха. Вот, затируха такая. Вот. То есть кукла на мешочке, традиционной конструкции. Вот это те же самые столбушечки, только они уже в наших сакмарских сарафаночках. Казачки, вот у них головные уборы вот такие. Казачьи. Да. Кордонки, платки. Вот они такие с платочками. Пляшут. И поют. Вот тоже куклы. Это последние вот куклы мои. Вот. Значит, сказать, что традиция, нет. Шить куклу из чулка. Это уже домашняя кукла. Сейчас я их всех достану. Чулочную куклу очень глубоко изучала мастер из Перми Ольга Попова. Ей куклу эту показала ее бабушка. Это уже не деревенская, это скорее городская традиция, когда для изготовления домашней куклы для ребенка шло все, и в том числе чулки. Чулок трикотаж, во-первых, он мягкий, он легко поддается трансформациям. Из него удобно кроить, поскольку он уже вот такой вот трубой. И эту трубу, вот, допустим, отрезали необходимую, да, так разрезали снизу, и вот тебе уже все. Голова тут тебе шею перетянула, и ножки, все это быстро. Вот, из чулка шить благодать. Вот, и я давно к чулочным куклам приглядывалась. Мне хотелось сделать, но мне в то же время не хотелось повторять опыт Ольги, поскольку у нее большая, богатая коллекция, у нее созданы образы там детей и взрослых, а мне, конечно, хотелось сделать что-нибудь свое. И вот мне привалило счастье. Значит, из Уфы моя коллега мне подарила старые-старые чулки. Говорит, Ирина, надо? Я говорю, надо. Они у меня лежали долго-долго. Я уже хотела даже их ликвидировать, да, там пустить на коврики или куда-то. И тут меня осенило. Осенило меня вот из-за этого чулка. Во-первых, у него текстура, это вот действительно очень старый чулок. Потом, когда я уже взяла в руки ножницы и у одного чулка отрезала лапку, она была вся заштопанная, на ней вот просто живого места не было. То есть вот хозяйка этого чулка настолько долго их носила, и вот настолько она бережно к ним относилась, но, видимо, очень небогатая была женщина. Вот. Я одну-то стопку раз и отрезала, и уже вроде в мусор ее, а потом посмотрела, там такая... Такая штопка, что у меня просто рука не поднялась ее выбросить. Вот здесь вот на щечках можете посмотреть. Это вот щечки сделаны как раз из вот этой штопки. Из этой штопки. Вот у индейца тоже, посмотрите. Это вот кусочки вот этой штопки, которая там была на чулке. Вот. Прям полотно. Я говорю, у меня не поднялась рука выбросить. Вот, и я подумала, ну, надо что-то сделать. Но меня смутило... Делать вот куклу в традиционном там русском сарафане, там в какой-то вот такой вот одежде. Меня немножечко смутило... Ой, подождите, у орлиного пера перо помялось сейчас.
Давайте-ка вот так вот поправим. Меня смутил цвет кожи, и я решила все-таки сделать кукол не белоликих. То есть вот, да, у меня получились вот индейцы, у меня получились индусы. Вот, индусы. Парочка, какие парочка. Да. И вот сейчас в работе у меня вот узбечка такая вот. Ну, узбеки, они тоже светлолицые. Вот, ну, такая загорелая. Ну, бывает и да, всякие бывают. Ну, и будет ей, конечно, пара. Мужчина, он уже сшит, его только вот он в процессе одевания. Поэтому девушка тут вот одна. Она тоскует. Без него там. Девушка такая вот с родинкой на щеке. Песню помните, да? Я встретил девушку. Да. Вот это про нее. Вот. А шапочка какая на ней. Тюбетейка. Я вам честно, посмотрите тюбетейку. Я старалась приблизиться к тем образцам, которые... Вот это костюмная кукла. Когда начинаешь делать, да? Угу. Ну, кто носит тюбетейки? Я что, знаю, как тюбетейки шьют? Нет. Естественно, это интернет. Естественно, там какие-то узоры. Угу. Там что-то сделать похожее. Хотя бы малость, чтобы было похоже на правду. Тюбетейка у меня получилась. Я выкройку не делала на бумаге. Я сразу резала ткань. Тюбетейка получилась с пятого раза. Сразу вам скажу. Вот эти вот четыре конца загнуть так, чтобы это вот шапочкой стояла, ну, не получалось у меня никак. С пятого раза получилось только, с пятого разреза тюбетейка. Вот. С тканями, конечно, мне помогают. Вот где взять вот такую вот узбекскую ткань? У меня есть приятельница, которая всегда меня выручает. Я говорю, Галя, мне надо на узбечку. Узбечку я давно задумала. Вот она еще весной где-то ей. Ранней весной говорила. Ну, ладно, я посмотрю, может быть... Спасибо Гале. Она нашла узбекскую ткань. Сорян, что уж правильно одеть. Тоже смотрела, как, чего. То есть вот так вот повязывать сари, как вот у этой куклы, вот хвостиком назад, так тоже носили. То есть вот если мы встретим, ну, посмотрим в фильмах, то чаще всего вот, этот вот, вот эта часть сари, она идет через грудь, туда, через плечо. Но так носили тоже. Вот с открытым животом. Это когда женщина работала. Она ей мешает, она раз. Голова прикрыта в любом случае. Вот. Могли носить так. И вот у индуса у нас что интересно? У него вот это, ну вот кафтаны там, они у них уже такие вот европеизированные какие-то, да, там рубахи. А штаны вот присущи только мужчинам-индусам. Там Пакистан, Индия, они вот так носили. Кусок полотна, который вот оборачивается вот таким вот особым образом, получается штаны. Вот. Челму тоже. Все это вот. Старалась посмотреть, как это делается на самом деле. Слава интернету, так где возьмешь информацию? Вот как раз это тот пример, о котором я говорила. Столбушка на чурочке, на чербачке. Причем с этой казашкой тоже интересно получилось. Муж пилил яблоню. Я его попросила напилить в размер толстые ветки. И у одной ветки была спилена боковая. И вот этот круг, вот он сразу делает намек на лицо. И у меня сразу казашка. Вот сразу думаю, это будет казашка. Вот. Тоже донимала знакомую казашку, как они одевались, как, чего, из чего шили. На этой кукле. Меня ее несколько раз просили продать, я ее не продаю, потому что на ней настоящий атлас. Сейчас такого уже просто нет. Это ХБ атлас. Вот он шелковый. То есть хлопок и шелк. И на ней вот это вот тужурка. Настоящий вот этот бархат, тоже хлопок. Ну, тедисты используют, но я прям... Трудно мне было его достать. Поэтому ткани здесь такие, что не подберешь. Поэтому она вот не продается. Вот. Ну и вот тут куклы. Это казачка, это... Нагайбачка. Нагайбаки были такие. Но потом в процессе изучения костюма я поняла, что у них костюм очень схож с мордвой. Да, очень похож. Клетчатый платье. Определила. И вот здесь вот тоже посмотрите куклы. Или татарка, где башки? А в белом татарка. Да, читается, да, по наряду. Цветовые сочетания. И как вот эту вот башкирку делала после посещения уфимского этнографического, не помню, как музей называется, вот, ну, там очень большая экспозиция с костюмами. Это сочетание красного-зеленого прям меня привело в восторг. Тоже на дереве, вот на чурочках, а лички, вот, к
кора снята и нарисована. Вот. Вот тоже мастер, посмотрите, делала куколок. Тоже наши степные народы. С такой, с музыкальным инструментом. Тоже костюм вот очень примитивный, намеками, да, но видно, что вот есть такая вот жилетки, платье золотом, шапочки такие своеобразные. Вот. Видите, вот у женщины, вот она не просто, у нее там вот какой-то набок так вот этот, репачок, да. Это то больше есть, на казах. Похоже. То есть человек тоже думал. Добрая такая. Вот тоже такие же вот. Тоже с шапочкой, с вуалью женщины. Ну, у нее вот все выдержано, все в такой в одинаковой синей гамме. Это уже так вот сувенирный такой прием, чтобы было приятно глазу. Ну, а стиль костюма, в общем-то, выдержан.